Ну и, как всегда, повторение мать учения, оказывается, меня нетерпеливо ждали и дождались. Мне нужно будет, эту работу я уже выполнял, мне нужно будет трубку нержавеющей стали диаметром 25 мм раскатать до диаметра 26,4 для нарезания трубной резьбы на 3/4 дюйма. Использовать для раскатывания бывший резоточной резец, цельнокованный, из быстрореза. Марку быстрореза не знаю. Обороты не наглеют. Так, 605 оборотов. Так. Так. Длина резьбы должна быть 30 миллиметров. Размер 20. Я Дмитрича на стол положил. А, он мне приходит, блин. Как дети малые, блин. Что-то я влупил много оборотов. Так, наружный диаметр все. Сейчас выравниваю торец, фасочку внутри, снаружи и резьбовой резец. Механический резец под ТМЕ оснастка, я никак не могу снять полноценный тест нарезания резьбы. Сегодня только вышел, а до этого не было просто объема такого, чтобы протестировать его полноценно. 14 ниток на 1 дюйм. Обороты 275, я думаю, будет достаточно.
всегда контролирую, потому что можно ошибиться. Сразу говорю, что эта труба не водопроводная, давления никакого здесь не будет, по этой трубе будет идти дым. Поэтому то, что стенка стала тоньше, никакой трагедии в этом нет, а самое главное, чтобы она не вскрылась. Да. Все, 3/4 трубная. Но, к сожалению, не могу показать крупнее, потому что камера не та. Но стенка не вскрылась, то есть, в принципе, можете поверить мне на слово. Шов все выдержал. Ну и профиль резьбы, в принципе, даже если бы это был бы водопровод,
тоже более чем достаточный. То есть профиль нормальный. Сейчас надо будет то же самое сделать со второй стороны. Но вторую сторону я уже не буду показывать, потому что, в принципе, я и так уже повторился, что показываю работу, которая уже была на канале. Поэтому на этом, наверное, все. Ну и до понедельника. Все, всем пока.